Подожди, страшно, да я зайду. Я душу собираю. Ну так давай, без оперативнее, хули ты не онлайн. 15 секунд буду. Шредер, с тебя МП5 по всем. Кастинг, лучки. Посмотрим, да. А где Шарк? Я только его суммонил. Пан, епта, отлипай. Суммони. Сейчас. У меня нет Аршана. Так, кто у нас? Вот. Ну я не вижу. Не пусть не этот, скорее всего, их не будет. Так, тут мастер зайдет, все. Так, по танкам и Винары и Медвей, соответственно, валик чистим. Где сейчас прилетит? Мы сейчас куда? Мы сейчас ловим валик. Идем. Давай, 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 вальку добиваем. Слышишь, Турбо, смотри, я использую этот прикол, она мне пишет, нет цели, нет доступных целей. Во вторую вальку играем. Косты затыкать можно станами. Гнев небес, если что, паладина. За это не дает. По вальке играем быстрее, меньше было этих. Доливать. Хорошо, за кики их дают. Ты в чумке? Ну я что-то я буду всех перечислять, увидишь, там на них будет дебаф опустошенная душа, что ли, как-то так называется. Там рука такая нарезает. На всех нахуй. Да все. Юзается, значит будет. С полного ЦЛК, со всем трэшем можно 614 душ унести. Если обходить все по минимуму бить, то 482. Если не набираешь это количество, знаешь, что-то пропустил, где-то не юзанул. Сколько мы было до ребра со входа? Ну, я не помню. Не особо много. 31 моб. 17 часов непрерывного фарма первого этажа до ребра. Набирается 2500 душ. Класс. У нас на следующей неделе там кому-то нужен ли там следи?
У нас приоритет ГБшник. Одеть. Ну, это я понимаю, а итем-то кому-то нужен мне? Нужен. Тут не у всех еще есть. Значит, шамки в гильдии есть? Есть. А у кого? У человека, который сейчас танчит. Медвея? Да. А куда движуха, Медвей? Можно? Ага, спасибо. Давайте уйдешь. Сейчас трэш доливаем, этот, как его, засумоним людей, сейчас лопаться спрыгну. Чего мой конь-то не нравится? Каспин, сделай, пожалуйста. А, вот, я сейчас люди почему-то сделали. Не парься, она в большой области юзается. Да, я уже. А, да, то ты каждому подбегаешь его душу сосать. Шкаф, поставь задумчик. А, ребят. Задумчик. Капчик. Задум. Давайте пока справа страж почистим. Тыкаем, тыкаем, тыкаем. А вы Кару Геру же закрыли на колено? Или не ходите? Не закрыли. У меня нету времени ходить их. А ЗА может быть закрыли? Я тоже не закрыл, тебе там на зависть. Ну сейчас это, как этот рейд пройдем, боссов тут сколько убьем, пойдем за джином убьем, наверное, да? Да. Зеленый бабл сделает квест. Так, там еще кого-то рога пинает, мобов, сколько там, мстительности, желать, сколько их там добьете? Там один. А вы бугов не добираете? Нет. Да, отходи, отходи. Опасос, отходи. По сути, кто пойдет, ну, на 2-3 босса? Есть только знакомые какие-то, у кого-то есть. Да, боги пойдут. Трэш появляется, видишь. Золотый ШП? Да. Я души просто собираю.
что, надо спек сделать? Или нет? Нормально, нормально, нормально. А вот ешь. Прохил Рейна, быстрее. Ты в курсе на 90 стак? Алиса, забери. Чё ты, имбовый шаман, я не прокидываешь, что ли? Алиса, прожимка. Давай, Райан, детектируй ловушку справа. Да не надо. За них души не дают за ловушки. Это не я, если что. Мало. Правая, левая аэродетектирование или К? Правую активировали, а там куколь. Направо идем, на него может. Слишком далеко. Настя, что там у тебя? Мастер. 3 минуты и буду. А где крики? Баунти Хантер! Вот это вот. Да там Войт, дебил. Вражеский команде. 9-9. Чем ты Войда оскорбляешь? Отлично. Потому что он безликий, ему похуй. Так, соответственно, все 4 хила у нас подводят. Слышь, блядь, ну нахуй эта ссылка 25 хм, пошли еще одну в доту. Нету, значит, нет. Ну, вы что, в доту гамаете там? Да, потому что лол для пидоров. Думал бы лучше. Шейпер, как дела? Там лол вроде хотел играть. Да не плевать. Думаю, что в доту не играл, блядь. Меня в доте, блядь, 10 часов не поебать. Во вторую или в обычную доту? Во вторую, блядь. Момент здесь тебе даем. Выйдем фласки. Я вторую ни разу не играл. Сейчас, мастер, будешь заходить, скажешь мне, чтобы я зашел. Это. Черепку тоже даем. Кто ждать не хочет, у меня тоже есть фласки. Черепку даем обмен. Еще. Еще кому-то надо быстрее. Ой, как кружка работает, норм? Да что-то не знаю. Сейчас проверим на этом боссе.
Ну, долго стакать, автоатака-то медленная. Под Герой нормально, а потом долго. Чё, надо кому-то? Давай, мастер, быстрее. Все, гружусь. Да, ёпт. Шкаф поставь за домчик. Камней много, нет? Вим, это кто? О, это шаман. Рэшам вроде. А чё, вы его свистнули всё? Ну теперь только ДД надо. Желательно, чтоб пусть зашел, тогда можно убить уже. И ламу даже убить можно. С этим шаманом. Тыкаем. Так, мастер, давай заходи и... Грузится, ну-ка. Угу. Ну вот теперь я спокоен за хило. А шо с паном? Пан на шарте. Ну, он что не в рейде? А, сейчас пан. Сейчас в шарпе в рейде. В смысле? Пан, алло, тут? Чек на ФК. Он в Борильской тундре. Ну я ж смотрю, что он в Борильской тундре. Я его смонил два раза. Связь есть с ним у кого-то или нет? Кто зашел? Здрасте, Шансон зашел. Я ему позвоню. Серебана перетащите с пол. Я ожидал ему участника. А. Давай быстрее. Звоним. Сейчас бы, если бы зашел он килл с пусичем, был бы фуловый рейд. А у нас Теребан или Серебан? Серебан. Это тот, который в этом был, в Иллюжине? Ага. Да что случилось? Шамана перекинул за Орду, не хочу идти в Иллюжины, потому что там шаманов хуево гора. И Полиночка мразота редкостная. А, да. Вот такое, блин. Нет. Я не обращаю внимания. Мне все равно. Ну ты молодец. Короче, у Шарпи гости, он не пойдет. Заебись. Так, идем, значит, так. Остается на фул баб даем. Надо фласки звезде мне. Рыбу поставил. Или череп. Рыбу кушаем, фласки пропиваем. Чек на готовность, соответственно, РДДшники все. Слушайте, вопрос какой? Разрядаемся по кругу. Хилы под босс. Приста булф. Вроде все бафы летят. Еще раз чек на готовность. А горн можно? А че там? Спасибо. Ренжу между собой. РПДшники держите. Подходите, где льется жижа, блядь. Геру. Блядь, с дикости диспепти эту хуйню. Трое блюют, нормально.
Ходить не забываем, где льется жижа. Набирайте между собой рейнджер ДДшники. Диспельте. Пососы диспельте. Каспина, где твой Аршам? Блять, да хуя. И в падлу заходи. Надо резать. Джерада, резай. Прохилили, этот, только когда прохилили, тогда возвращаешься в ДД. Отлично. Баб дам. С дикости диспельте. Большой. Вижу, вижу. Готовимся отбегать. Готовимся. Боимся. Побежали. Желание на ХП. Блевота в рейд идет. Кто? Кто из списка? Ладно, нормально. Так, Моса, Бейрза Дума. А, не, не. Да, не похуй. Сдумал, прогафали, прохилили. Рейнджу между друг другом набираем. Большой. Диала, диспельте. Где эта хуйня летит, будет, блядь. Лут. Спасибо. Аш, я на ХП. Готовимся убегать. Готовимся. Побежали. Алиса, дай прожимку. Шансунг на ХП что-то не. Обратно. А, нет, быстро давай. Обратно. Теперь можешь что-то ну. Я уже читал, как ты так сказал. Угу. Смещайтесь, смещайтесь, смещайтесь. Турбо диспельте. Там. Мурбетер, дай на маму. Большой. Вижу. Блять, прохилили. Один в РДД. Выбежал. Лопасос, БР задума. А, не, не, да, не, да, не, да, не, нормально. Травма, объект, перчатки, вы че ёбнулись, нахуй. Нахуй. У вас там чё, топ-ролл? У него такие перчаточки на рогу, а... Тут, короче, кто в Вохов, кто в Доту, да? Вставали, разруливали. Джура на конце, либо кто-то еще, кто заберет.
Выбрать что? Шансон находится. О, ты чё, какой нахрен объект? Не забираю, вот, не гони без, нахер они всё. Нет, лучших три нет. Профил по сосу. Шейпер, как тебе? Охуенно. Травма на Эрдру Джурада надо тебе? У тебя какая пуха? Ну, можно. На шамана заходит травма вообще? Вот травма заходит, если ты рукастый и можешь менять пушку и знаешь я как. Бы, я бы даже сказал, Джурада, она тебе нужна, потому что у тебя пуха она на меткость. Она бесовая. У тебя пуха на меткость стоит. Ты эту пуху сейчас должен надеть. Не забывай перчатки кинуть на ролл, у нас пух. А где у меня на меткость стоит? Ну, у меня показал аддон. У него посох, вождя Макхара. А, ну не знаю. А чё ты, блин, коните посох? Бери вот эту одноручку и какой-то оффхенд. Чула, о, блядь, сука. Это ну, бисовая, как бы, да, наверное, на эрдру. Да? Я просто не очень эрдру разбираюсь. Больше в танках. Ну, да, надо в спек искать. На ролл кидай, вай. Алот, да? Да, алот, пук. Я кому-то надо. А второй вешал, по-моему. 91. Ну, давай ему. Блин. Лица. Долго отдается что-то. Дайте воды, пожалуйста, Маня. Да только уже вставили столов, блядь, 20 штук. Вот так, Зуил, да? А я не Шансон, выше разве? Шансон, я минор Шансон выше. У него минор и брейдж. Ага, выше, да, боевка. А, у меня тоже минор и брейдж, я не туда нажал. А, ну он выше. Линкони старый, пожалуйста. Этот, кто он? Цифра 412 там, да? Вон, линканул. 412, да. Бедный Рога. Вроде так. Я думаю, нам без 4 ДД тут нехуй ловить, пошли отсюда. Хот, а ты что? Трай будет. Он обиделся, да, что, блядь, ролл не вырыл. Я не понимаю, что тут смешного. Хот, ты тут? В смысле, не понимаешь, что это смешного? Ну, типа, это долбоебизм, блядь. Я не хочу слушать сейчас это. Хот, ты тут, да? Вон, ливнул. Я понял. Класс, ливнул зелье за то, что не тронул шмотку. Ребят, вопрос такой, а вы первоначально ЕП даете? Нет. Ну, вступившим в гильдию? Нет. Нет? Какое ЕП за первоначально? Чуть-чуть ёбнули. Или, короче, ну вот, я шаманом, ну, получается, с вами гильдию. Я захочу что-то сейчас, допустим, так вот пароли тебе взять. Ну так в том-то и прикол гильдии, что ты не можешь некоторое время ролить шмот. Только можешь ролить шмот, если никому его не... 1800 тебе начислится, ну, начислится 1800 за вчерашний босс. Потому что ты был это друидом. Соответственно, для тебя такое сделали, все исключение. Так. Это кто? Вступил. Холи Прист. Угу. Так, давайте подходим. Тактик на целка не знает. Будет один трай, посмотрим. Так, на пол у нас один. Блять. Блять, блять,
Блядь. Нет. Будем вдвоем идти. Ай, сука. Так. Соответственно, все в РД, милишники, как его? Под правой или под левой ногой следим, не ловим пельмени. Соответственно, держим рейнджу. Две споры. Попробуем найти. Ты хочешь 4? Ну, попробуй, я... типа, у нас реально 4 ДП. Ну, нам ДД не хватит, банально. Чисто по ДПС. Персу упрёмся. Ну, мы можем Мосу спекнуть кота. Давай попробуем Мосов кота. Соответственно, будет 2 РШа, Мэрдру и Прист. Только тогда свапни ШПшников, чтобы подхил был нормальный, попадем. Да, без проблем. Так. Ну, так вот будет. Хилы, надеюсь, все подхилили. Профигарятся. Так. Танчит первый Винар. Соответственно, меняю ее я. Так. Чек на готовность. А, еду надо поставить. Сорян, рыбу поставил. Кушаем. Давайте, идите. Предлагаю Чопса с гильдии кикнуть. Кого? Да какой Чопс, он же ПВП-шер, о чем вы говорите? Ладно, сейчас попробуем так, чек на готовность. Шансунг? Тут-тут. Готово, отлично. У нас хил в танкошмоте, если чё, блядь. Стоп. Джурада, который не пуль. Пусть он переденется. Сука, я просто сказал, как это переделался? Ну, он... Всё, блядь. Вот это очень хуёво. Блядь! Вы чё, издеваетесь? Бегли. А чё? Завязывайте нахуй эту самодеятельность. Пуляем или что-то в этом роде нахуй. Сказал стоп, значит стоим и ждем, блять. Следующий отчет на пол. Не нравится, можете покидать рейд. Рез. Встали, кушаем рыбу. Оперативней. Бурсты сколько откат? 15 секунд. Даже 2 минуты. Так, начнем так. Чек на готовность. Баф посмотрели все свои? Ману все отпили, турбо тут? Да, я никак не могу дикость найти. Не в ранже. Звезду повесил меня. Все чё, готовы? Чё? Все готовы, отчет на пол. Надо.
Шреддер, Джагу на ХП делай. Геру. Споры. Отлично, Олеся, подожми чуть-чуть. Ренджу набрали. Блять. Хорошо блевать, Фрэн. Трое должны блевать. Разве? Да. Споры. Тактику забухнем. Пельмени не ловим, главное. Хорошо. Пельмень под левой ногой. Рэнджу набрали. Пельмень под левой ногой. Чё за херня, не могу двигаться. Под блевотней. Споры. Ренджу набирайте, скоро когда словили. Пельмень под правой ногой. Джованни, ну ёб твою мать! Лопасос, БР, дай. Забрал лист. Пробафали приста. Споры. Танками. Тоже похуй. Споры. Блять, Зидум вынеси от меня метку нахуй. Вы чё, издеваетесь? Давай, там две метки. Алиса, дай прожимку. Следите за спорами, блять. Четыре заблеваны. Рэнджу набирайте. Джурада, пельмень. Споры. Пельмень под левую. Пельмень под левую. Рэнджу набрали. Доберси минуту. Под правой. Сука. Споры. Пельмени. Угу. Ренджу набрали. Дал про сейф. Блять. Бурсти. Левая нога, Мосса. Дайте Геру для жевания. 10 секунд. Со спорами не сбегаемся, стоим на месте. Угу.
Одного ДДшника бы нам с 5 лямов посуду. Ну, ход немножко себя пожалел, покинул гильдию. Так, встаем. Будем сейчас пробовать, наверное, в одного танка. Еще один трай сделаем. Ой, давай в 3 хила подхилу, все нормально было, типа я полвремени АФК стоял даже. Захилим нормально. Просто типа у Шредера, ладно. Ретрик отхилял больше, чем Артруль. Так, Аджирадо, у тебя танк? Есть танк, да. Какой левел? 266. Спекайся в танк. Нет, Ретрик. В чат знаешь, как быстро хил набирает? А сколько стаков надо Ивинару запирать? На 8. 9. На 8. Ну, 9 стаков больше ДПС от танка. Ребята, тут пашет печать света. Тут, блядь, не печать света, нахуй. Желтые джаггены. Тут любой ретрик будет на таком месте, блядь. Давай, Войт, добегай. Добегаем, рыбу кушаем. А типа, лаки должна работать? Да, по идее. На массовых боссах. Давайте, сейчас было все более-менее нормально. А чё, типа, 40 человек в онлайне, что ни у кого нету лича закрытого? Золоджина нет. У некоторых. Фулл баф дали. Давайте тащить в 3 хила, блядь. Это только стоит. Давай, Вем, ты чуть с правой стороны, я чуть слева, а последний шамп там посерединке, чтобы мы весь рейд оставали. А у Макса не закрыто за? Или лич у него не закрыт? У него лич, скорее всего, не закрыт. Проф плюс? Да, еще нету плюсов. Каспин, говори, пускай твоя Аршама заходит. Ну, спать предложи. Что, вначале тогда в коте буду бить? Да, да, да. Где-то на 6 стаках я переключаюсь. На 8. А вот, когда 8 стаков на танке будет, соответственно, на пол на друида даешь. На Аджураду. Чек, давай. Чек на готовность. Войт, кушай еду. Моса кинешь мне иннер на 50%. Давай быстрее. 40 секунд фласка, давай. Сейчас рыба поедем, да, отчет на пол. Геру.
Под левой или под правой ногой стоим? Споры. Левая нога. Блять. Да споры, сука, прогибал весь ДПС на. Споры. Левая. Алиса. На маге. Каком? А, нет, это трис. Или маг? Не, маг. Ребята, Рэнджу, держите, не должно 4 блевать. Под правой. Споры. Одну убили зону. Тут есть споры, Шансун. Две походили зону, блядь? Ёп. Под танком. Меня сложило. На танке. Так, ты, я тебе ну, сказал, на каком стаке забирать, блядь? На восьмом. Вставай. Не сталось. У кого еще БР нет? БР нули под левой. Слева. Про хил рейда. У чулана сейчас будет. У чулана есть. Чулан, БР, Джурадо, Джурадо Турбойса, быстро, споры. Под правой. Блять. Да не, не, можно падать. Падаем. Идем на профа. На профа? На профа. Ой, не на профа, блять, на совет. Че, после первого сразу сдались? Ну... Я не знаю, там хил бревал или что, но... Тут, если мы хотим таким составом убить, то надо было, чтобы никто не падал, ни танк, ни хил. Да, типа, понимаешь, когда говорится переагревать на 8 стаках, у тебя 3 хила, при этом нету холи паладина, а 2 эршама и ДЦшник, когда танк переагревает его, сваливает за 2, то тут не в хилах проблема, по-моему, да? Ну, конечно, нужно анонсировать, когда переагревает. 8, я бы как минимум зубы хотя бы стак, отдал, но я зубы не смогу. Подожди, 8 стак вешается с Журада, когда босс... прокастует едкую гниль. Вешается 8 стак на БТК танка. Тебе надо подождать, потому что когда босс под 3 стаками, он наносит очень много урона. И потом ты танчишь. И там уже начинается, когда вторая едкая гниль, там буквально вот как он третий вдох делает, ты отдаешь дубовую и крик. Еще один прайс заебали. И крик на хп отдаешь. При этом тебе какой-то ретрик кидает каплю. И тебя хилы захиливают. Потом у Алисы на секундах буквально скидываются стаки, она забирает босса и танчит дальше. Нет опыта у человека танкования. Если у вас есть в Дискорде голос, то будьте добры, используйте этот голос. А если он мерзкий? Ничего, ёбнись, 100 грамм не будет мерзким. Пошли. В найме, хотя бы для тебя. Так это, всему рейду надо тогда остаграмиться. На совет. Так а что, добрать людей никак? Ну ты это, слышишь, ты пианист тут напиши, там пускай пару выделит. Джурад обратно в хила.
Если что, я на совет уже не успею. Почему? Ну, сейчас трэш минут 10, и я оффлюсь. Ну, ничего, нормально. Ну, сейчас хила, будет 4 хила. Совет это достаточно отхилить. Ну, не думай, по ТП с отхилим ли мы, блядь. Чего по ТП? Главное на вихре разбегаться. Чтобы РДДшники все. РДДшники... Главное хилом не бежать на вихре, блядь. Давайте, фулбаф. А, там задумываем. Давайте, шаман, задумчик, давайте подбегаем по-быстрому. Сейчас бахнемся, убиваем совет, убиваем Валю. И нахер отсюда. Хотя бы какие-то, чтобы шмотки полутали люди. Ну чё, Рога, после этого ты должен там в гильдии вступить. Да? Две шмотки топовые забрал. Давайте, подойдите. Ну, типа, я говорил, Рога и так со мной может пока доходить. Я на, ну, на приста и так вообще не буду ни ролить, ничего, мне нахер шмот не нужен. Вот, забейте. Стоп, а ты царь обезьян? Кто это? Да. Это... Да, это Аша. Артфикс такой. У Кангрита тут этого сгорания маговского. Взрывного. Боешка в этом какого заберёшь? Какой у тебя там маску? 46. Тьфу, блядь. По черепу. Ну так каждого могу. Не перебрасывай. У меня, короче, есть кореш, он может после разъестёб магом пойти с нами, если надо. В смысле? Ну, нам же нужно и ДТ. Валя за плащиком. А Джован никуда отвалился. Зайдёт, наверное, сейчас. Он что он сгорел, что он тучку не нажал или охнулся. Ну, Диванника, интернет. Каспин, трусы контролишь. Остальные спустились. По черепу играем. Все по черепу. Дальше по кресту. Где, сука, моя чешка ебучая? Вверх коня лежит. Командира долили. Не, походу раньше, блядь, чем соберу на. Чем чешку, блядь. Спускай, спускай вниз. Ты же задумал. И играем по тактике. А у задума нету демона? Нету. Зачем демону демон? Он с десик продает кто-то? Я накупить десик. А цена вопроса. 1300 давай, как загильдить.
даже вкусно, 1350. Строят? Не знаю, почему они нынче. Я по 1,7 продавал. Я по 1100 сегодня видел, типа покупали в ЛФГ. Каспин, трусы, Шедер, Луну. Спустились. Блять, Алиса, лови череп. Там трусы провалились в текстуру. Да и хуй ты на них. Сейчас сверну. Мимо, Джерада, подожди. Мимо, мимо, мимо. Уже не мимо, он уже меня уебал. По трусам играем. Потому что ты не очень. Ну, я бы тебе что-то сказал. Ну, это там макрос на смену стойки, щит, все. Ага, с ваншотом. Каким ваншотом? Он тебе хп сначала до 10% выпустил. Я видел. Артфикс, ты знаешь, что ты можешь доебываться, можешь опять ли мы здесь не слишком нечаянно. Я это, я не артфикс. А че мне ревнузили? Эй! Алиса, отойди мимо. Ну ладно, не в голос, похож, пох. Ты знаешь толк в оскорблениях. Назвать тебя артфиксом — это для тебя оскорбление? Не, я про голос. Не, я тоже самое сказал, но пох. Смотрели Форсаж? Форсаж на фильме. Мой его форсаж, блять. Каждые два часа один вопрос. Говно, не. Часть говно, реально. Да не, нормально, мне понравилось. Форсаж там вообще фактически нет, такое, блядь, параша полнейшая. Ой, извините. Малый за тебя. Да. Я вот вчера посмотрел, блядь, мне вообще не понравился. Как боевик пойдет, а я ожидал там, как раньше, блин. Блин, нанери! Я раньше ожидал, как там, ош, как, ну, как нормальный форсаж, нифига. Нет, это уже не то. Это на заднем фоне озвучка форсажа, да? Да-да-да. Слышишь, Серебан? Да. Я там в начале рейда на Полину прогнал, ты это, извини, я не знал, что тебя еще так зовут. Не понял, кого зовут? Что на Полину? Мне все равно про Полину. Причем она ко мне тут. У меня дочка, да, у меня есть... дочка, ее зовут Полина тоже, ну, малая. И, а сын, сына зовут Никита, вот он сейчас, они играются. У всех фильмов только есть нормальные трилогии. Четыре. Слышь, фильмы, ты тему не проводи, мы тут про Полину разговариваем. А про, который с Иллюжинах, Полина, шаманов там играет? Да, да, да. Причем она тут ко мне. Я тоже с ней ругался, кстати. Говно она, не человек. Я согласен вот полностью с предыдущим оратором. А какой никакой ты, Полин? Ягодный я торт. Я все расскажу. Полина, хуй как малина. Какая вам разница? Ну, возможно, я ее знаю. Я просто знаю одну суку Полину с Альянса. Какая пидорасия. Давайте а вот это про малину мне понравилось. Топнули флот. Великая победа Орды, да? Алот, напулишь на меня Валанара, соответственно, особо не вливаюсь, но что паладин — это грот говно. Надеюсь, понятно. Все РДДшники подбивают кинетику. Я сейчас прибегу-то. Рыбу поставил, ждем бара. Побафаем мастерала и начнем. Алиса на килисите.
Бафнули вары. Я прочитал, что он написал, это я выражу твою всю семью. Из дерева. Сейчас, секунду, ребят. Как на готовность. Алиса, что не хватает? Ви. Мастер. Алло, прием. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы. Еще раз чек на готовность. Восстаньте, братья. Масть. Уничтожьте наших врагов. Вылетел, что ли? Я пока не могу использовать эту способность. Завязывай. Да, мост, давай хило. Мастер пришел, нет? Попи. Отзыва не ушел, да? У него свет.